ВСМ опять в моде. Разговоры о высокоскоростных магистралях идут на всех уровнях власти. Но как пассажиры доберутся до будущих вокзалов ВСМ? Лучше всего на метро. В Москве с этим нет проблем. Здесь уже сейчас пересадочные узлы с несколькими станциями метро. В Петербурге вокзал ВСМ планируется где-то между станциями Площадь Восстания и Лиговский проспект. Пешком придется прогуляться минут 10. А в будущем у самого выхода из вокзала должна появиться станция Лиговский проспект 2 6-й Красносельско-Калининской линии. В Казани вокзал ВСМ будет там же, где и теперешний Северный вокзал. Станция метро с этим же названием уже есть. Остается Нижний Новгород. Здесь метро у будущего вокзала ВСМ Стригина нет и пока не планируется, а зря. Предлагаю продлить Красную автозаводскую линию на 3 станции от Парка культуры. Станция Стригина позволит попасть на ВСМ, метро также сможет довести нижегородцев и пассажиров ВСМ до конечной станции Аэропорт, из которой они напрямую войдут в терминал аэропорта. А то здесь сейчас от железнодорожной станции до него около километра.